Доброе утро! Сегодня 19 марта и с вами Камила Хакимуллина. Понедельник приготовил нам массу интересных событий, а самые лучшие вы увидите в следующих сюжетах. Максим Аверин. Все начинается с любви, продолжение. Это не концерт, не творческая встреча, это моноспектакль. Полноценное театральное действо с продуманной мозаикой из музыки, поэзии, прозы. Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой, открывая ей свою душу и сердце. В Казани сегодня выступит шоу «Однажды в России». Это сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому жителю нашей необъятной страны. Среди героев разные типажи – чиновники, банковские работники, начальники, певцы, актеры и так далее. При этом все образы собирательные и специально создаются так, чтобы избежать сравнения с реальными известными персонажами. Эти события точно нельзя будет пропустить. Но это еще не все. Советую посетить вам еще пару замечательных мероприятий. Смотрим! «Мне нужен капитан дальнего плавания». Спектакль состоит из реальных историй женщин. Это попытка взглянуть на взаимоотношения людей со стороны и попытаться понять, какие ошибки они совершают. Это невероятно смешно, отчаянно грустно и до боли знакомо. КВН «Первая лига». В столице Татарстана пройдут игры 1/8 финала телевизионной первой лиги КВН. Основная задача – подготовка команд к участию в высшей и премьер-лигах Международного союза КВН. Не пропустите, будет смешно! Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи!